Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oppo Find X3 Pro, и сейчас я покажу вам, как добавить отпечаток пальца на данное устройство. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего мы находим здесь раздел «Пароль и безопасность» и выбираем отпечаток пальца. Нажимаем «Принимаю», и теперь, прежде чем установить отпечаток, нам нужно настроить пароль экрана блокировки. Нажимаем «Продолжить» и выбираем тип пароля. Я выбираю графический ключ. Читаем важное замечание. Нажимаем «Продолжить». И теперь вводим пароль один раз и второй раз для подтверждения. Нажимаем «Ок», и теперь можем начать прикладывать палец к сканеру. И нажимаем «Готово». И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.